الصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء بالقرآن كالشمس في ضحاها وبسنته كالقمر إذا تلاها فمن سار على نهده وتمادى في غيه صار في نور نهار إذا جلاه ومن عارض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья, بارك الله فيكم. الحمد لله мы сейчас были в мечети Махмуд Кашкари, там читали с нашими братьями Таравих. Оттуда сразу приехали к вам сюда, аль-хамдулилля. Поэтому, как сказал Ибн Аль-Кайм, рахмахумуллах, «Ида тақарабат аль-кулуб, фала ядурру табааду лабдан». Если сердца друг друга близки, то нет страха в том, что тела друг от друга вдалеке. Вам передали ваши братья в Москве, с России большой салям. Хотелось бы передать салям от нашего муфти, шейха Равиля Гайнутдина. Большой салям алейкум, рахматуллахи баракату, передавал вам. Да, Аллах субхану ва та'аля, чтобы принял от нас и от вас вот эти киям, уассаям. Субханаллах, с одной стороны, как-то грустно всем нам сейчас, да, то, что Рамадан заканчивается, субханаллах. С другой стороны, мы радуемся, то, что, альхамдулилля, мы из всех людей, которым Аллах субхану ва та'аля позволил зайти в этот месяц, позволил быть из числа тех, которые поклоняются Аллаху субхану ва та'аля. Просто великая милость Аллаха субхану ва та'аля. Если просто задуматься, если бы мы не были бы на исламе, если бы мы не были бы сейчас в мечети, не были бы на пути Аллаха субхану ва та'аля, сколько людей не могут найти путь Аллаха, сколько людей поклоняются кому-то и думают, что они на прямом пути. Кто-то поклоняется, идол есть такой, Абрахма, и он думает, что он на прямом пути. Кто-то поклоняется Будде, думает, что он на прямом пути. Кто-то поклоняется корове, кто-то поклоняется насекомым, кто-то поклоняется солнцу, и он думает, что он на прямом пути. А где же прямой путь? Прямой путь мы с вами знаем, то, что это единобожие, тавхид Аллахи Азза ва Джаль. И нас Аллах субхану ва та'аля сделал из муахидин, это самая великая милость, которую даровал Аллах субхану ва та'аля. А самое страшное, когда человек не идет по пути Аллаха субхану ва та'аля, но в этот момент он сам думает, что он на прямом пути. Если он отдалился от поминания Аллаха, от намаза, от поклонения, если он отдалился от Аллаха субхану ва та'аля, от понимания Всевышнего Аллаха субхану ва та'аля, но при этом думает, что он на прямом пути, вот это самое опасное, самое страшное. Аллах субхану ва та'аля говорит: «Ваман я'шу ан зикри ар-рахман». ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Тот, кто отдалился от поминания Ар-Рахмана, милости Аллаха субхану ва та'аля, Аллах субхану ва та'аля привяжет за него шайтана, и он будет его напарником всегда по жизни. Дальше субхану ва та'аля говорит: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. И этот шайтан будет всегда сбивать его с пути. Он человек сам будет идти по этому пути, будет думать, что он на прямом пути, но шайтан его это сбивает. А когда придет к нам, субхану ва та'аля говорит, когда встретится со мной в судный день, قال يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. Скажет: «Я Аллах, если бы между мной и им было бы расстояние, как между Востоком и Западом». Какой он плохой был напарник, этот Карин. Поэтому, субханаллах, альхамдулилля, есть люди, которые, валлахи аль-азим, братья, есть люди, которые поклоняются чему-то помимо Аллаха и думают, что они правы. А мы, альхамдулилля, поклоняемся Аллаху, субхану ва та'аля, при этом мы знаем, что мы, альхамдулилля, правы. Мы не просили у Аллаха дуа, не просили, чтобы быть мусульманами. Аллах, субхану ва та'аля, нас полюбил мусульманами, альхамдулилля. Аллах, мы разделились, нашли этот истикам, нашли путь Аллаха, субхану ва та'аля. Поэтому это великая милость Аллаха, субхану ва та'аля. Осталось считанное количество дней. Сегодня 27-я ночь. Ассах, валлаху алям, ассах аль-акваль, то, что каждый год ночь предопределения или лейлатуль кадр, ночь могущества, она в каждую ночь, она в разную ночь. Может быть, в этом году 27-я, Аллаху алям, или 29-я, в прошлом году 25-я, на следующий год 29-я. Вот так вот, поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям ее искал каждую нечетную из последних 10 ночей месяца Рамадан. Поэтому, альхамдулилля, это великая милость, то, что, альхамдулилля, мы с вами сейчас в эти ночи здесь в поклонении Аллаху субхану ва та'аля. Из нас каждый Что-то кто-то задумал, что-то благое делать в начале Рамадана, какой-то план себе поставил. Кто-то говорит, я за месяц Рамадан хатм 10 раз сделаю. Другой говорит, я 5 раз хатм сделаю. Я столько-то садака дам, я такой-то намаза прочитаю, я такой-то айбады сделаю. Но не успел сделать. И сожалею сейчас, не успел делать. Тогда задается вопрос, как сейчас, есть ли у меня еще шанс или нет? Мы говорим, валлахи, у нас шанс есть. У нас шанс есть, потому что аль-уляма, ученые говорят, аль-ибра лейса бин-наксиль бидаят, бал аль-ибра бикамали нихаят. Аллах субхану ва та'аля не смотрит на то, как мы начали что-то. Аллах субхану ва та'аля всегда смотрит, как мы закончим. Поэтому вот это последнее ночи, вот это последние ночи месяца Рамадан, Аллах субхану ва та'аля смотрит, как мы их закончим, как мы проводим месяц Рамадан. Поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям именно сделал акцент на последней ночи. كان يوقظ أهله وكل صغير وكبير من يطيق الصلاة. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям будил свою семью, каждого маленького ребенка, всех, кто молились, всех ночью последние 10 ночей будил посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому самое, что мы лучше можем сделать в эти ночи, это улучшить наши отношения искренне с Аллахом субхану ва та'аля. Аллах субхану ва та'аля в Коране говорит: «Аллади халакал маута валь хайята лиябливакум айюкум ахсану амаля». Аллах сотворил смерть и жизнь для того, чтобы посмотреть, кто из вас лучше в делах. Ни у кого больше дел. Лейса айюкум акфару. Ни у кого больше, а у кого лучше дела. Поэтому сказано в хадите: «Ракаатейн саллахума бикальбих адхалах абдах аль-джанна». Два раката человек, который прочитал искренне с сердцем, они его ведут в рай в судный день. Поэтому Аллах субхану ва та'аля не смотрит на количество, Аллах субхану ва та'аля смотрит на качество наших дел. Есть такие сахабы, ридуан Аллаху алейхим, которые ни одного сажда не сделали, приняли ислам, были искренне с Аллахом субхану ва та'аля и зашли в рай. Есть люди, которые ночью выставили намазы много, сотни ракатов читали, но они не зайдут в рай. Из одной причины, потому что у них не было ихляса с Аллахом субхану ва та'аля. Поэтому Аллах субхану ва та'аля говорит: «Я айюхалладина аману аттакуллаха ва куну ма'ас садикин». О верующие, бойтесь Аллаха субхану ва та'аля, будьте вместе с искренними, с правдивыми, с Аллахом субхану ва та'аля. Это матлабу дуньяви, это то, что Аллах субхану ва та'аля просит от нас и от вас в этой жизни. А какой же его награда в судный день? «Хада яумун янфе'у ссадикина сидкухум». Субхану ва та'аля сказал, это тот день, когда правдивым поможет их правда. Честным с Аллахом субхану ва та'аля людям поможет их честность с Аллахом субхану ва та'аля. Альхамдулилля, благодарим Аллаха субхану ва та'аля, то, что Аллах субхану ва та'аля облегчил нам. Сколько у нас братьев, которые не дожили до этого месяца Рамадан, наши близкие, какие кто-то ушли, братья, родители, у кого-то еще. Альхамдулилля, мы с вами дожили. Аллаху алям, до следующего Рамадана мы с вами сможем дожить или нет. Поэтому каждое поклонение, каждый день, как будто последнее поклонение. Вот так пророк Мухаммад саллаллаху алейхи салям молился. И сахаба, ридуан Аллаху алейхим, еще после того, как Аллах субхану ва та'аля закончился месяц Рамадана, они еще полгода просили у Аллаха субхану ва та'аля дуа, чтобы Аллах принял Рамадан. Поэтому, где Всевышний субхану ва та'аля говорит: «Валлазина ю'туна ма атау ва кулубухум ваджила». وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Всевышний субхану ва та'аля говорит, описывает те, которые дают из того, что Аллах субхану ва та'аля им дал, но при этом их сердца переполнены трепетом, то, что они вернутся к Аллаху субхану ва та'аля. Аиша радиллаху анха спросила посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям: «Я Расулаллах, وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون هم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر ويخافون من الله أنهم إلى ربهم راجعون». Аиша радиллаху анха спросила: «О посланник Аллаха, Аллах субхану ва та'аля говорит, те, которые переполнены их сердца трепетом, то, что они вернутся к Аллаху, это те, которые воруют, прелюбодействуют, выпивают алкоголь, при этом боятся, что они вернутся к Аллаху». На что сказал пророк саллаллаху алейхи саллям: «Ла я бинта Сиддик». Нет, дочь Абу-Бакра Сиддика, своей супруги, говорит Аиша радиллаху анха: «Ла я бинта Сиддик, иннахум юсаллун ويصومون وقلوبهم وجلة هل يقبل منهم أم لا». Они молятся, они постятся, но их сердца в трепете. Примет ли Аллах субхану ва та'аля или нет? Примет ли наш Аллах субхану ва та'аля с вами пост или нет? Примет ли Аллах субхану ва та'аля наши киям или нет? Поэтому мы просим Аллаха, молим Аллаха Субхану ва Та'аля со всем сердцем, мы все вместе, братья мои любимые, чтобы Аллах Субхану ва Та'аля наши каям не сделал просто бессонницы, чтобы не сделал просто та'аб, какая-то усталость, чтобы наш с вами саям не был просто это голодовка, не была просто жажда, а чтобы именно Аллах Субхану ва Та'аля не взял, не кинул нам в лицо. Поэтому еще чуть-чуть должны потрудиться вот эти последние ночи, укрепить сердца с Аллахом Субхану ва Та'аля, обновить ният и положиться на Аллаха Субхану ва Та'аля. Я прошу Аллаха Субхану ва Та'аля, чтобы принял от нас и от вас. Да, Аллах Субхану ва Та'аля, как нас вместе собрал здесь. Альхамдулилля, что вместе тоже собрал в вечности. Фирдауси ля аля ва джазакум аллаху хайр. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.